что я хочу сказать. Мне приходит сообщение, вот сейчас я получил два сообщения, что в двух видео 80-100% совпадение с иными каналами. То есть кто-то взял мои видео. Я уже говорил и хочу повторить. Я не против того, чтобы вы брали мои видео. Я разрешаю всем брать мои видео для своих каналов. Но при этом одно такое условие. Это делать ссылку на мой канал, что там есть еще. Я понимаю, молодых блогеров не всегда возможно достать тот видеоконтент, который имеется у меня. И если какие-то видео вас заинтересовали, вы просто-напросто делаете ссылку. А заодно можете вот как раз в комментарии на канале указать: Петрович, я взял у вас там вот такой-то вот видосик, и все, и сделал ссылку. И все будет ясно, понятно. А то там YouTube присылает, он все отслеживает, совпадение, и потом дает, как бы сказать, у вас есть совпадение, ваши действия какие? Заблокировать, пожаловаться или еще что-то. Я вам сказал, мои действия такие. Делайте ссылку, ну и желательно в комментарии на канале напишите, что я использую ваше видео, потому что YouTube мне пришлет сообщение, а вы уже заранее сказали, что вы взяли. Ну и все. И на этом можно этот вопрос закончить.